МВД России по Одинцовскому городскому округу совместно с Общественным советом приглашает ребят от 6 до 14 лет принять участие во всероссийском конкурсе детского творчества «Полицейский дядя Степа». В этом году предлагается изготовить поделку из самых разных материалов. Главное – изобразить полицейского в форме, современной или прошлых лет. До 13 мая фото поделки с разных ракурсов необходимо прислать на электронную почту вместе с подробной информацией об авторе и работе. Фотография лучшей поделки пройдет в следующий этап конкурса. Подведение итогов состоится в преддверии Дня защиты детей.